В условиях пандемии коронавируса наличие ингалятора в семье становится чуть ли не жизненной необходимостью. Ростовская область вполне способна себя обеспечить этими приборами. Сейчас из российских производителей ингаляторов, ну, других, кроме нас, я не знаю. Знаю, но продукция их не присутствует на рынке, то есть они формально только существуют. А мы продукцию выпускаем вполне конкурентную, мы изучаем лучшие образцы иностранного производства. Казалось бы, что в ингаляторах можно поменять? Лекарство с помощью компрессора должно попадать в дыхательные пути. Однако и здесь возможны инновации. Вот, к примеру, новая разработка завода – ультразвуковой ингалятор. Его отличие – компактность и бесшумность. Сегодня эта продукция медицинского назначения пользуется повышенным спросом на российском рынке. Хочу отметить, что она является полностью импортозамещающей, состоит из отечественных комплектующих. Для реализации этого проекта предприятию был представлен льготный займ Регионального фонда развития промышленности. Есть у «Алмаза» и еще более инновационные разработки. Одна из них – специальный фильтр, который используется в аппаратах гемодиализа. На данный момент эти фильтры в мире изготавливают только 3 зарубежных предприятия. Ростовский «Алмаз» уже провел первые испытания и вполне может стать пионером российского рынка. Предварительные испытания на производстве мы провели. Фильтр удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. Дальше наши действия. Мы подготовили инвестпроект. Если фильтры будут выпускаться серийно и появятся на рынке, это станет огромным шагом в деле импортозамещения. Валентина Малощицкая, Владимир Савилов, Дон-24, Ростов-на-Дону.